Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. Что значит является обязательным? Мужчина должен быть счастливым, а больше он никому ничего не должен. Задайте сами себе простой вопрос. Какую пользу лично вам принесет то, что после себя вы оставите какое-то наследие? И если никакой пользы лично вам это не принесет, то значит можете не оставлять. Понимаете, все, что мы видим вокруг себя, это результат труда мужчин, которые живут сейчас и которые жили до нас. Но вот только какая польза мужчинам, которые жили до нас, от того, что мы, например, восхищаемся прекрасными зданиями, которые они построили? Какая польза мужчинам, которые уже умерли от того, что они оставили наследство своим детям? Нас убеждают в том, что мужчина должен оставить после себя наследие только потому, что это кому-то выгодно. А выгодно это тем, кто присваивает себе результаты труда мужчин. Вот вам и ответ на ваш вопрос.